Всем привет, с вами Андрей Чент, и мы продолжаем играть в Resident Evil 2. И мы, в общем-то, вроде бы поднялись к себе обратно в дом. У нас появились патроны. Это что? О! И еще патроны. Для кого? Для револьвера? Чпунь. Хотя можно было патрон и не тратить, если честно. Так. В прошлом выпуске мы грохнули огромного с глазом на руке. Ты, бля. А, у меня нету чем залепить. Ой, бля! What the? Че, фонарика нету или шо? Ни хрена не вижу. Что у вас тут происходит? А там что-то было, я не пропустил. По патронам, может. О, боевой нож. Там боевой нож. А где он? Ой. У меня есть нож! У меня есть нож! А, блядь! Сука! А, запасной вход-выход. Да вы издеваетесь. Я уже ничего не хочу, дайте мне уйти. Бля, ни патронов, ни хрена нету. А-а-а! Так, комната ожидания. О, это место я помню. Вот это место я помню. Точно. Вспомнил. Фух. Так, секундочку, секундочку, секундочку. Тогда вот здесь была у нас крутилка, я помню. Там мы все забрали. Все, мы вернулись в то же место. О! Да, а чё я не см... Подожди, а, это патроны для револьвера, бляха-муха. Тут нужно сердечко. У меня такого ключа пока что нету. Это вы, говнюки. Мне и вниз спускаете, и вверх, да?
Получается, нож поломался. Я в шею вставил. Нет, я туда не пойду. Блин. Мне, наверное, в идеале надо вскрыть какие-то сейфы. И там, возможно, будет... две доски. О, тихо. Ну, хорошо, граната. Что еще? О, в смысле, нету места. А, крутилка нам это уже не надо. Все, мы ее использовали. А теперь есть место? Заряжай. 8 патронов, господи. Чтоб я не мучался. Я сюда не пойду. Ладно, пойду. Это я очкую. Ой, не, не пойду, я там что-то слышал. А тут что? Балкон. И трава. Куда ее мне вмешать? Объединить. Может, ну его нахрен? Блин, так и думал, надо было идти все-таки в главный холл, использовать пленку. А обратно я уже не залезу. Что это? Так, пока не понял, вода, труба. И что? А мне уже ее использовать некуда. Ну, можно что тут? Очищать тело токсинов, недолго снуть, не надо. Давай используем. Так и быть. А зачем мне сюда? А, возможно, я типа там мог с этот спрыгнуть. И, в принципе, попасть в нужное мне место. А зачем мне этот кран? Рычаг вентиля. Чтобы что? Без понятия. Что это? Что это гудит? Бери гранату. Черт.
Что изменилось? Котельня. Порох. О! Объединить. Хотя бы 3 патрона на ружбайку. Хоть что-то. О, а это место для сохранения. Спасибо. О, ключ. Да ты посмотри, что происходит прям. Надо сохраниться. Так, а больше тут ничего нету, да? А в хранилище что могу кинуть в хранилище? Да в принципе ничего, все пока надо. О, бля! Отдай мой нож. Бля! Пришлось потратить. А нельзя ему как-то починить? Ну, она теперь больше не встанет, конечно, но, блин, обидно. Патроны тоже не железные. Так, я вентиль крутанул. Патронов нету. Все опять плохо, но есть только нож. Может, сейчас можно эту штуку нажать? И что-то изменится? А ну. О. Вопрос, зачем я его потушил? А, это чтобы пройти. Все. Въехал я. Ёп, блядь. А что делать? Ёп ты, бля. А кто ты? Кто это? Уж и сюда зайдет? Мне даже его валить нечем. Мужчина? Так, ты еще живой? Чувак, как ты? Как? А, блядь! Марвин. Ой, бля. Damn it. Блядь. Скотина. О, бля. Да. Он сюда пришел? Да! Вы что, прикалываетесь? Нахрен она мне надо, блин? А что мне с ним делать? Так, подожди, стой, 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 думай, 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 думай. Так, бля, я забыл, где у нас была эта штука, что... Этот... Блин, фотопленку. Фотопленка, фотопленка. Фотопленка. Не помню. Вообще ни хрена не помню. Как мне фотопленку? Там порох. Бубновая дверь. А-а-а-а. Ага. Мужчина, идите нахрен.
Как его убить? В смысле заперто? А где он? О, блядь! Чёрт! Ну я ж его не грохну, мне нужно... Блядь, спрятаться от него негде. Юперный театр. А где? Я уже забыл просто, где мы... Пленка, пленка, пленка. Вот сюда. А потом... О, блядь! Сука! Блядь! Ёп! Твою мать, я не помню, где пленку вставлять, я вам отвечаю. Черт. А вот, фотолаборатория, вот она. Она на первом этаже, да, была? Блять, как в нее зайти теперь? Где я? Ага, вот я. Ага, надо вниз спуститься. Блять, патронов уже нету вообще. Так, вот я спустился, надо еще ниже. А, его все вспомнил, сюда. Вот. Блядь, сохранится. Бог ты мой, блядь. Какой ужас. А, шкафчик на третьем этаже. А, ДЦМ. О, спасибо большое. Что-то еще есть? ДЦМ. А у меня она останется? Ваша гребаная подсказка. Да, ДЦМ. Шкафчик на третьем этаже. Вот он где. Значит, все я правильно делал. Ой, бля. Как капец просто. Издевательство. На третий этаж. А где огромный этот чувак? Может там патроны будут? Вот он. Д. С. М. Что там? Патроны. На револьвер! Блять, на револьвер! У меня револьвер есть! Блин. Ладно, второй этаж. Дисковый замок там. Ничего не могу открыть. А что тут мне нужно было пробежать как-то? Как мне попасть сюда? Я уже и не помню. Бубновая дверь. Зона отдыха. А как туда попасть? Трифовая дверь. А что у меня за ключ вообще есть? Трифовый. Так, еще раз. Если вниз спущусь. Боевой нож там лежит. Еще вниз. Трифовая. Это мне по факту на самый нижний. А потом оббежать. Комната записей. Это жесть просто. Это просто жесть. Уже начинается убеги от этого. У меня есть нож. Можно себе его в сраку засунуть. Этот нож. Бубновая. Стоп, бубновая дверь. А еще раз, у меня что? Это треф или это бубна? Что это? Трифовая. Блин, трифовая. Трифовая.
Сюда мы точно не зайдем. А вот сюда. Это первый этаж. Бля, меня там же ждут эти хрени. Ладно. Так, бежим прямо. Потом чуть-чуть направо. А! Блядь! Так, потом сюда. А, блядь! Блядь, как тут попасть? Я уже забыл. А как попасть сюда? Я вообще могу туда попасть? А, могу, вот сюда. Ух, бля. Жесть какая. Я уже ничего не хочу. Я хочу к маме. Мне даже валить их нечем. Так, я бегу в конец. А дальше я бегу. Ага. Открывай! Что это? Порох. И с чем мне его смешать? С говном. Ой, бля. О. А это, я помню, мы куда-то должны были вставить. Все, я вспомнил, куда вставить. Граната ручная, ну давай. Блин. А больше ничего такого полезного нету? Патроны, может, не? Чуть-чуть совсем. Бля, он идет сюда. Ну, подлюка. Так, секунду, вспоминай, куда. Давай сохранимся, даже если мы получили по бубну. Мать ее. Давай вторую сохранение. Отстань! Подлюка. Так, мне теперь сюда. А там домкрат ставить, я помню, надо. И где он? Так. Он уже здесь. Полезли. Куда мне, я уже забыл. Отстань, блядь. А зачем мне сюда? Зачем мне сюда? Ага, все хорошо. Там была дверь. Да и хрен с ней. Блядь. Какой ужас. Да, он идет. Да вы издеваетесь.
нахрена мне туда? Мне, наверное, в часовую башню надо. Ну, мне так кажется. Где-то тут было растение. Хотя бы его забрать. Блять, дальше куда? План ремонта. Ой, выйду высокой сущности. Так, целых, как боже, я не могу расслабиться. Место так, часовая башня в западной части. Так, и введу. А что мне вставить? Шестеренка, мне ничего нету. А что, тут и сдохнуть мне? Вот что мне туда впихнуть? У меня ничего нету. Порох много. Мне нравится слово порох много. Давай. Ой, бля. Так, секунду. Что я еще раз нашел? Там что-то сообщение было. Место так. Часовая башня в западной части полицейского участка. Ввиду высокой исторической ценности колокола, мне пришлось доверить его ремонт специалисту. Подробностями поделюсь, когда он прибудет. А пока просто закреплю колокол, потому что хомут вот-вот треснет. Ага. Ага. Надо шмальнуть по какому-то колоколу. Или нет? Колокол? Это запертая дверь. А где этот колокол? Блять, он сюда идет. Здрасте. Ну, по нему стрельну тогда. Нет. А чё? Так, секунду. Я писал, что он его чем-то... Ввиду высокой... Так, мне пришлось доверить его ремонт специалисту. Подробности плюс... А пока просто закреплю колокол, потому что хомут вот-вот треснет. А что мне делать? Закреплю хомут. Куда мне нужно стрельнуть? Я патрон только трачу. И так они, блин, на вес золота. Ты что, сюда тоже зайдешь? Может, не надо?
Может, не будем накалять обстановку? Честно, мне непонятно сообщение это. В западной части полицейского участка. Западная часть, север, юг, запад. Я нахожусь в западной части. Ну, в западной. А пока что просто закреплю комнату, потому что хомут. Наверное, я пока ничего не могу. Надо какую-то деталь надо вставить. А куда-то бежать? Ну вот восточную кладовую. Туда. По прямой. То есть тут точно никак, да? Вообще. Не поднять. Ой, блин. А чё вы опять живы? Где он? Ага. О. О, шестерня. Слушай, что еще есть? Патроны. Сердце. Нет у меня сердца. Чурявый, ты шо? С ума сошел. Son of a bitch. Два патрона в тебя ушло. Ни стыда, ни совести. А шо я спустился бы? Мне просто вопрос. Ладно. Короче, нужно теперь обратно. Ой. Здравствуйте. Так, вставить. И шо? О! О! Есть контакт. А тут шо? Тоже что-то нужно такое вставить. Непонятно что. Опять я слышу это животное. Ага. Не говорите, что он сейчас сюда поднимется просто. Пожалуйста. Не надо. Как мне то забрать?
Так, у меня здесь маленькая деталь, которую можно ставить сюда. Так. И что я сделал? Ни хрена не понял. Я что-то запустил. А что? Да никто не вошел. Мне показалось. Ну вот запустил, получается, я вот эту штуку. Или что? Ни хрена не понимаю. Забрать ее уже не могу, значит, все правильно. Это что же забрать не могу? Ага. А, так тогда, наверное, надо было не ставить ее. А вот ставить сначала сюда. Или... А, не. О. Это деталька это. Все, я понял. Это которая у нас... Бляха, а где тут сидеть? Я уже и забыл, если честно, куда ее нужно вставлять. Где у нас тюрьма была? Вот я сейчас выбегу, хорошо. Куда дальше бежать? Где у нас была тюрьма? В подвале. Как попасть в подвал? Как я вообще здесь оказался? Ну да, там эта деталь. Угу. Все, получить магнитную карту от гаража. Хорошо, я сейчас спущусь вниз. Как я попадал? Я уже не помню. Подождите. Тут не на точку поставишь, чтобы вот у тебя ввело. Я здесь. Мне нужно... А мне нужно как-то попасть на парковку. Ага, по-моему, сюда я как-то пробирался, вот. Да, что-то припоминаю, вот сюда. Была комната отдыха. Да. То есть мне нужно выйти... На первый этаж. И там в углу забежать. У меня патроны есть? А, патроны у меня есть. Это что за дверь? А, точно. А где тот чувак, который ходил? Не понял, а чё ничего не гупает? Не, типа...
Святой человек. Это не выход. Вон выход. А нет, он ходит. А где? Блин, жизни нету. Надо сохраниться. Все равно. Как ни крути, сохранение должно быть. Так, а вот теперь... Вот тут я бежал. Потом. Сюда. Там мы были. Тут аптечка есть где-то вот. В туалете. А, точно. Вот она. Так, а дальше куда? А, через комнату смотрителя, наверное. Да, припоминаю, запертая дверь. Блять, пусть она будет заперта. О, бля, Кучерявый, ты же живой? Внимание, так, это еще не опасно. А дальше куда я был? Я уже не помню. Вот, по-моему, правильно. Фух, это шо? Так. О, да. Так. О, в изолятор мне нужно. Бобики не ожили, это уже хорошо. Ну, понеслась. Ну все, больше нету ничего. О. Ага. Пошла головоломка. Ага. Так, ну, тут вариант только один. Тут тоже. Тут, ага. Не, что-то хрень какая-то. Стоп. Что мне нужно соединить? Так, секунду. Ну да, тут только так. Тут тоже только так. Вот здесь.
Я не понимаю, что должен соединить. Красный-синий провод. Так, подожди. Вот два коннекта. Вот они. И сверху. Вот здесь у нас только один вариант. Ну, я должен, типа, от этой точки дойти в верхнюю, правильно? Ну не так, что же нельзя? Вот это ж неверное подключение. То есть верное, вот, питание зашло, вот. Питание перешло на перекрест. Дальше. Но здесь оно пошло вверх. А как мне сделать? То есть должно быть только так. То есть, значит, о, он начинается разряживаться. То есть здесь только снизу. Если мы идем с этого положения. Здесь у нас только вот так. Вот так. О! О! Так, а что мне еще не получилось? Какого нету? А-а-а. Блин, вот. Получилось. Наконец-то. Но это не объясняет слухи о приюте. Его спонсирует Umbrella. Какое интересное совпадение. Ты сказал, что это интервью о новом гранте Umbrella. Брось, Аннет. Им нужна информация от Гавируса. Откуда ты знаешь о нем, гребаный Вьями? Кстати, по слухам, она связана с вашей подземной лабораторией. Интервью окончено. А, я понял, это типа то же самое было прочитано. Так, карточка. Записка Бена. Участок кишит чудовищами, даже сюда доносятся их вопли. Но пугает меня не зомби. Проект под кодовым названием «Тиран». Совместное биологическое оружие, которое эти ублюдки создавали в строжайшей секретности. Как представлю себе, что эта тварь бродит где-то здесь, не удивлюсь, если они... приказали своему творению избавиться от свидетелей. Это то что-то огромное, которое убило. О, аптечка. Ну вообще типа можно использовать. Я немножечко такое хожу.
А плохо это когда что? Это опасность, по-моему. Ладно. Так, теперь у меня есть ключ на парковку. Ох, блядь. Ёпта, блядь. Иди в сраку! Я нож, конечно, оставил. Ой. Спасибо. Ну, мне кажется, он не умер, если честно. Ну ты просто девка такая. Второй раз подряд спасает твою задницу, надоедает. Ой. А я говорил. Здесь под землей ничего не умирает. Мне кажется, он все равно не сдох. Я так понимаю, у тебя есть ключ. Ага. И вот. Я надеялся, ты сможешь объяснить. Мне нужно ее послушать. Давай выбираться отсюда. Давай. Мне кажется, это очень хорошая идея. Я там, конечно, нож оставил, да, если честно, не очень-то. Ха, блин, а вдруг там что-то еще интересное в этих есть? Подожди, блин. Там же, по идее, может быть, эти... мои какие-то вещи, там что-то раскидано. Может быть такое? Ну, в теории, может? Ладно, не будем проверять. Не сильно-то и хотелось. Если было бы, то оно подсвечилось бы, правильно? Правильно, все. Поэтому там ничего не лежит. Что ты мне хочешь предложить? Ты где, малая? А вот, да, конечно, выйти. Легко, да, это вообще мое любимое. Давай использовать карточку. Поговорите с Адой. Ада, поговорим? А, она слушает пока, извините. Фух. О, оружейный магазин. К сожалению, нет. Бен меня подвел. Тогда что конкретно тебе нужно? Больше сведений о тех, кто завалил эту кашу. А что насчет тебя? Я сказал лейтенанту Бреннаду, ну что ж, удачи. Слушайте, это ж не зря так подписано, оружейный магазин. Скажите честно, правда? Ну, не так, ну, не просто ж так оно светится. Мы туда, наверное, можем зайти на одну минутку, на один глазочком посмотреть. Не, нельзя. Тупик. Похоже, придется пройти через... О, нет, все-таки придется пройти через магазин. Давай. Как будешь открывать? Ты женщина такая, смотрю прям. Не пропадешь. Да ладно, бардак. Чуть-чуть совсем мусора разбросано. Так. Длинный ствол. Это ж типа для этого? Объединить? Да. И что это дает?
Поболее мощный, наверное, урон. Граната, давай. Блин, ножа у меня уже нету снова. Пришлось в бою его оставить. Это что? Письмо владельцу магазина. Похоже, у тебя есть свои принципы, чтобы остаться. Я верю, что ты сам сможешь себе позаботиться. Если ситуация хуже, у тебя не выйдет что придумать, ты знаешь, где меня найти. Сделаю все, что смогу. А где тебя найти? Патроны. Так, это у нас заряжено. Там 5. А ну, стоять! Я просто проходил мимо, пожалуйста, спустите оружие. Не дождешься. Сейчас ты развернешься и идешь туда, откуда явился. Ой, бля. Думаю, вашей дочери нужна помощь, сэр. Не указывай мне, как обращаться с дочерью. Сейчас тебя она и сожрет. Отойди, надо прикончить ее, пока она не стала монстром. Прикончить? Черт, это моя дочь. Ну, сейчас она его и сожрет сама. Оставь их. Сейчас она ему сделает со спины. Давай, 3. Дорогая, я же просил тебя ждать там. Да. 3, 2. Папа. Да, я здесь, слышишь? Все, сейчас я ему зашаю. На! Эти чертовы твари снаружи. Смотри, что они с нами сделали. Ну, идеальное положение, чтобы укусить. Ты коп. Ты должен что-то знать. Почему это случилось, а? Она была нашим ангелочком. Мама. Мама спит, милая, слышишь? И тебе тоже пора в кроватку. Эмма. Не, чувак, тебе гайка. Просто оставьте нас одних. Ладно. Одно дело скрывать правду от меня. Но от нее зачем? Я хочу понять, что тут творится. И остановить того, кто за этим стоит. Я так понимал, Доджи застрелил, правильно же? Помогать людям вроде него. Для него я пошел. Моя задача — сорвать все планы Umbrella. Мы можем погибнуть. Если это нужно для спасения города, я с тобой. У нас сейчас сохранилась типа игра? Автосохранение, правильно? Это что, оно сейчас только что сработало? Ну, судя по всему, да. Ну, тогда, я думаю, вот на этом месте мы с вами и закончим. И уже в следующем выпуске продолжим нашу чудесную игру. А с вами был Андрей Чент. Всем пока.